того, как в жизни Деван Симан появился песик Тед, она никогда не скучает. Он настолько уникален по сути и внешне, что люди постоянно путают его со свинками, крысами, опоссумами и так далее. Нынче Тед выглядит вполне прилично, если так можно сказать. Все началось с того, что Деван захотелось не просто взять песика из приюта, но и сделать доброе дело. Например, реально спасти кого-то. «О, вам повезло», — ответили ей и показали лысое безобразие. Дескать, вот симпатичная китайская хохлатая собачка, только от стресса волосы у нее не растут совсем. Берите и ухаживайте, это должно помочь. А через полгода, когда шерсть начала отрастать, но очень странно, Деван решила сделать ДНК-тест. И ошалела, Тед оказался чихуахуа, с примесью мини-пуделя и с небольшим процентом ШИТЦУ, плюс коктейль генов от десятков пород. Он совершенно уникален, что подтверждает внимательный взгляд почти что человеческих глаз. 2/3 прохожих не распознает в Теде собаку. Спрашивают, это что за зверь? Самая смешная история произошла на днях, благодаря чему и появился этот пост. Деван рассказала, что на прогулке к ним подошел неизвестный, присел, начал гладить Теда и расхваливать. Деван вслушалась в его слова и с удивлением поняли, что человек всерьез принял песика за свинку и удивлялся ее кудряшкам. Она не стала его поправлять. У Теда маленький хвостик, так что его нередко принимают за свинку. Или опоссума, енота, гигантскую декоративную крысу. Он уже привык и не обижается.